все же не могут быть наполнены такой страстью, таким чувствами, как у давних партнеров. Ну вот еще одна российская пара. Учитывая невысокий рейтинг из-за малого количества соревнований, они тоже выступают в самом начале. Тут же все по рейтингу. Анастасия Платонова и Александр Грачев, которые сейчас тренируются у Александра Жулина и Олега Волкова. Высокого класса всегда как будто бы немножко тесно на катке, даже в обязательном танце. Как будто хочется вырваться за пределы этого бортика. Кстати, на данных соревнованиях бортика очень богатого на различные рекламные баннеры, что не может не радовать. Может быть, дела не так уж и плохи. Анастасия Платонова, Александр Грачев. Пока еще не поднимались выше 5-го места на чемпионате России. Хотя очень старались. В прошлом году на Cup of Russia стали только лишь 7-ми. Хотя катались очень и очень неплохо. Ну и вот после предыдущего сезона поменяли наставника. Перешли от Светланы Алексеевой и Елены Кусторовой к Жулину и Волкову. Хореограф у них теперь Людмила Власова. Обязательный танец танго-романтика, состоящий из двух серий, разделен на три сегмента каждая серия. Например, у предыдущей пары лучше всего удался первый сегмент, как первой серии, так и во второй. В остальном были нули и минусы, которые в том числе не позволят получить высокую оценку за технику исполнения танца. Вот Анастасия Платонова и Александр Грачев тоже получают немало минусов, но тем не менее играет более высокую оценку. И остаются в рейтинге на том же месте. Ну, грубо говоря, ориентировочно они сейчас 8-е. Это ориентировочно. Посмотрим, как будут кататься немцы и чехи.